Хуй тебе! Я начал этот видеоролик с данной фразы не случайно. В этом видео фраза «Хуй тебе!» используется мною 122 раза. Это не рофл, ты можешь сам посчитать. Поэтому если ты против подобных высказываний, а конкретно против слова «хуй», или ты смотришь это видео в присутствии родителей без наушников, то рекомендую выключить. А всем остальным... Салам алейкум, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Добро пожаловать на очередной охренительный видеоролик по... Free Fire. Давай обойдемся с тобой без лишних слов и сразу же к делу. Сегодня во Free Fire добавили вот такую вот интересную рулеточку, где можно выиграть охренительные топовые крылышки. Черные крылья у меня уже есть, белые мне, наверное, нахер не нужны. Мне нужно вот это вот. Вот это вот. Вот эти вот алмазики. Сейчас вот в этом вот видосике мы будем их с тобой пробовать выбивать. Великолепный план, просто охуенный, если я правильно понял. Кстати, братик, ты не думай, что я забыл. Раз... Два, и где-то вот там вот три. Вот эти вот люди, победители прошлого видеоролика на ваучеры. Поздравляю вас с победой, братики. Пишите мне скорее прямо сейчас и получайте свои ваучеры. Все ссылки на меня и мои проекты есть в описании. Переходите, связывайтесь со мной и забирайте свои подарки. Ну а такой же охренительный конкурс халявы ждет тебя вот в этом вот ролике. Где-то там посерединке. Смотри ролик до конца, слушай внимательно условия, участвуй и забирай свои ваучеры от отца Евгена. Я себе для этого видеоролика задонатил сегодня 1000 алмазов. У меня сейчас 1120 алмазов. Одна попытка в этом событии стоит 10 алмазов. То есть у меня прямо сейчас есть 122 попытки, чтобы забрать вот эти вот охренительные 10 тысяч алмазиков. В этом видеоролике мы будем придерживаться одной моей очень интересной стратегии. Мы не будем использовать 10 попыток. Нет, мы будем крутить только по одной попытке. Только по одному разику. Будем нажимать, крутить и смотреть, выпадут нам алмазики или нет. Все, давай, пиздеть много сегодня с тобой не будем. Начинаем крутить. Оп-оп-оп. Хуй тебе. Ага. Хуй тебе. Поехали дальше. Хуй тебе. Для того, чтобы мы получили 10 тысяч алмазов, нам нужно, чтобы во всех трех слотах выпали алмазы. Поехали. Хуй тебе. Понятно. Хуй тебе. А что, не особо нам везет. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Потратили мы уже с тобой только что. Хуй тебе. Хуй тебе. Итак, спустя 12 попыток, 120 алмазов мы уже свое потратили. Нам ни хрена хорошего не выпало. Даже 99 алмазов нам не дали. Окей, идем дальше. Еще 100 попыток у нас есть. Хуй тебе. Хуй тебе. Ну, блять, они у меня уже были. Когда этот ивент проходил с крыльями, я их тогда сразу же забрал. Сейчас они у меня уже есть, они мне не нужны. Так, забираем купон алмазного джекпота, поехали дальше. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Я просто в этом видеоролике хочу проверить. Хуй тебе. Возможно ли все-таки выбить эти алмазы или нет. Потому что я еще за 3 года, хуй тебе, что я играю в эту игру, ни разу ничего подобного не выбивал. 220 алмазов мы уже потратили. Хуй тебе. Может быть, сегодня, сейчас, во время этого ролика я это сделаю. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Хуй тебе. Мы уже использовали с тобой 30 попыток. Давай заберем купон оружейного джекпота. 30 попыток у нас уже было. И пока что ни хрена. Даже 100 алмазов нам не дали за это. Окей, идем дальше, пробуем. Хуй тебе. Я донатить больше 1000 в этом видеоролике не собираюсь. У нас есть только 1000. Хуй тебе. Сотка попыток. И за эти 100 попыток, я думаю, хотя бы, ну вот хотя бы хуй тебе, один раз нам должно повезти. Я очень на это надеюсь. Хуй тебе. Хуй тебе. Чувствует моя задница, не повезет. Хуй тебе. Тактика, моя тактика, хуй тебе, заключается в том, что я кручу только по одной попытке. Вот это вот 10 попыток, это, как мне кажется, хуй тебе, исходя из того опыта, что у меня есть за 3 года в этой игре, чем больше ты вот таких вот попыток берешь, хуй тебе, тем меньше у тебя шансы, что ты победишь. Карена, давай, хуй тебе, порадую отца Евгена алмазиками. Я ж такой охрененный видеоролик снимаю. Всем ребятам покажу, они сейчас, хуй тебе, полетят донатить. Ты, ну, вам же выгодно, ребята, с Гарена, вам же выгодна эта тема. Если я сейчас, хуй тебе, не мог, охрененный ролик, что я 10 тысяч алмазов выбил, все сразу же полетят к вам. Донаты отправлять и выбивать. Хуй тебе. Также алмазы. Ну, камон. Дайте мне десяточку.
хуй тебе. Не хочет давать мне десяточку гарена. Хуй тебе, хуй тебе. Половина алмазов ушли. Ну и перед тем, как мы с тобой продолжим крутить эту саную лохотронскую рулеточку, давай небольшой конкурс. Если ты хочешь точно так же, как вот эти вот трое ребят, получить бесплатные недельные ваучеры от отца Евгена, то прямо сейчас подписывайся на мой канал, если до сих пор не подписан. Ставь лайкусик под этот видеоролик и пиши любой комментарий из 5 слов. Ну или больше 5. И я в следующем видеоролике рандомно среди всех комментаторов выберу 3, кому задоначу на недельные ваучеры. Прожимай колокольчик, чтобы его не пропустить. Давай, погнали дальше крутить. 570 алмазов остается. 57 попыток. Хуй тебе! О, неужели хоть один алмаз тут появился? Хоть один алмазик здесь был? По-моему, все это время ни одного алмаза даже не было. Хуй тебе! Алмазик появился, это к добру. Это, я уверен, к удаче. Это на удачу было. Хуй тебе! Хуй тебе! 600 алмазов мы потратили, нам дали эмоцию Кроноса, которая у меня уже тоже была. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 530 алмазов остается. Хуй тебе! 53 попытки. Пробуем. Хуй тебе! Очень надеюсь, что нам что-то дадут. Хуй тебе! Это все не то. Хуй тебе! Хуй тебе! Хуй тебе! Вообще ни хрена не дают, даже 100 алмазов не дали. Хуй тебе! Хуй тебе! Короче, у меня останется 180, и я попробую по 10 попыток сделать. Хуй тебе! Хуй тебе! Почти все мы уже слили, давайте попробуем по 10 попыток 3 раза. Это будет 30 попыточек. Может быть, повезет. Ты кого я обманываю, повезет мне, ага. Хуй тебе! 90 алмазов у меня остается. Ладно, была не была. Хуй тебе! Вот такой вот охрененный видеоролик. Алмазы я не выбил. 1000 моих алмазиков улетели хуй знает куда. С тобой был отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Хуй тебе. О, такой. И да, кстати, напишите в комментах, кто-нибудь из вас выбил эти 10 тысяч алмазов или нет? Я очень хочу увидеть, как выглядят эти люди, которые забирают эти 10 тысяч алмазов. Я в курсе, что один из них выглядит вот так. Но я хочу увидеть других. Давайте, жду ваших комментов, пацаны.